Дожди с мокрым снегом прогнозируют синоптики на грядущих выходных. Более того, уже на этой неделе наблюдали заморозки. В связи с этим сотрудники ГИБДД и представители автосервисов региона призывают автомобилистов быть более аккуратными на дорогах и поторопиться со сменой летней резины на зимнюю. Ой, как холодно. Автовладелец со стажем Мария предпочитает спокойную езду. Передвигается в основном в черте города. Несмотря на холодную осеннюю погоду, свои колеса она пока не спешит менять на зимние. Пока я еще не переобулась, потому что считаю, что еще рано. Зимняя резина у меня шипованная, и я не хочу ее испортить по голому сухому асфальту. Пока нет еще заморозков таких, и льда на дорогах тоже я не наблюдаю. Мне комфортно ездить на летней резине. Я думаю, что я буду переобуваться через неделю-полторы. Однако специалисты не согласны с таким мнением. Сухой асфальт еще не показатель хорошего сцепления колес с дорогой. Даже на шипованной резине все равно рекомендуют следить за среднесуточной температурой. Если она ниже плюс 4 градусов, пора переобувать своего железного коня. Летняя резина, она уже дубеет и перестает быть эффективной при торможении и в ходе в поворот. Соответственно, зимние резины, даже несмотря на ошиповку, она будет гораздо лучше держать автомобиль в таких условиях. Что касается хранения, то здесь тоже существуют определенные тонкости. Летнюю резину рекомендуют держать в сухом и теплом месте. Колеса в сборе складывайте стопкой. Покрышки без дисков вертикально стоя. Тогда они не рассохнутся и не деформируются. Но и это еще не все. Зима – суровое время года. Перед наступлением холодов позаботьтесь и о начинке автотранспорта. Обязательно нужно проверить все узлы и агрегаты, связанные с движением автомобиля. То есть тормозная система, подвеска. Обязательно проверить нужно электрическую систему, то есть заряд аккумулятора, приводные ремни и работоспособность генератора. В общем, автолюбители, лучше быть всегда начеку. И это же касается корпуса машины. Чтобы оставить его в сохранности, зимой почаще бывайте на мойке. Реагенты и соль – опасный враг для лакокрасочного покрытия. Самый оптимальный вариант – еще до наступления сильных морозов. Покройте кузов жидким стеклом или воском. Также специалисты рекомендуют сделать антигравийную обработку днища и порогов. Осень – весьма непредсказуемое время года. Сегодня тепло, а завтра уже заморозки. Поэтому во избежание серьезных очередей подготовиться к зиме нужно уже сейчас. Для этого у вас есть впереди целые выходные. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.